Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня перед нами модель ноутбука Fujitsu H512. Как вы видите, ноутбук не новый, в использовании был. Но вот ноутбуку уже около 3 лет, поэтому возникла необходимость почистить систему охлаждения, заменить термопасту, возможно, на процессоре. Для начала посмотрим, в каком состоянии находится вообще система охлаждения. Перевернем ноутбук и открутим винты и снимем вот эту заднюю крышку. Также перед этим снимем батарею, вот на всякий случай. Теперь снимаем вот эту нашу заднюю крышку. Вот как выглядит отсек системы охлаждения. Значит, как мы видим, разработчики Fujitsu очень удобно сделали, что здесь находится оперативная память, процессор, кулер, батарейка BIOS, то есть как бы все необходимое, Wi-Fi адаптер. Вот. Очень доступно, очень удобно. Ну что ж, система охлаждения, видим, что более-менее в порядке сверху. Но открутим кулер, посмотрим, что там внутри, как выглядит вот здесь все. Вот. Ну что ж, для начала открутим кулер. Теперь можем снять вот эту защиту. Далее мы открутим крепление процессора для того, чтобы снять кожух и систему охлаждения. Откручиваем перпендикулярно. И аккуратно приподнимаем. Вытаскиваем под наклоном. Вот так вот. Вот эту вещь. Вот, как вы видите, выглядит термопаста старая. Вот. Довольно-таки чистый. Ну что ж, теперь все это мы почистим пылесосом с кисточкой и снимем старую термопасту с процессора и системы охлаждения. И затем наложим новую термопасту. Ну что ж, я с пылесосом и кисточкой почистил кулер системы охлаждения. Вот. Здесь также внутри. Теперь возьмем, почистим от старой термопасты наш процессор и наш радиатор. Для этого берем ватные палочки обыкновенные, вот, и спирт, и протираем все это аккуратно. Все, далее берем нашу новую термопасту, вот, и тонким слоем наносим вот сюда и вот сюда. Делаем это пальцем. Термопасты надо немного. Вот.
Ну что ж, далее ставим все назад. Под наклоном заводим туда наш радиатор. Вот. И аккуратно на место крепления прикладываем. Вот. И дальше ставим на место, прикручиваем кожух и ставим кулер. Ставим назад наш аккумулятор. Переворачиваем ноутбук. И запускаем его. Как вы видите, наш ноутбук запустился, работает, поэтому все хорошо. Вот такой вот у нас был сегодня ноутбук Fujitsu H512 модель. Если вам понравился этот урок, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всего хорошего вам, до свидания. До новых встреч.